9 часов вечера. Для одних горожан рабочий день давно закончен, для других он только начинается. Дорожники выходят на улицы Сергиева Посада, чтобы вывезти снег. Так как это ночью безопаснее вывозить снег, потому что и пешеходов поменьше, и техники поменьше, поэтому стараемся вот в ночное время вывозить снег. Обычно в городе одновременно работают две бригады, каждая на своем участке. В районе киноколледжа экскаваторы грузят в самосвалы кучи снега, которые собрали за день с тротуаров. Остатки убирают лопатами. Основные трудности, по словам работников, создают машины, припаркованные в неположенном месте. Сколько ни говорим водителям, не ставьте машины, предупреждаем заранее, бесполезно. Заставляют на дорогах машины, нам мешают работать, вывозить снег, поэтому приходится объезжать, там экскаваторы работают, просто неудобно, не дай бог, там это ДТП, там может зацепить, вот, поэтому это очень работа такая сложная, серьезная, некоторые водители нас не понимают. Бросают машины, где попало. Из-за этого трудность создается. И во дворах, и на проезжей части, и на тротуарах. Там, где снег не чистили, сначала приходится загребать его в кучи, и только потом грузить и вывозить. Очищаем прибордюрную территорию, то есть погрузчиком сгребаем снег в кучи и грузим. Есть забор, да, вот этот пешеход, то есть погрузчик сдвигает, а дорожные рабочие все равно сзади идут и вычищают из-под забора. Потом он уже возвращается, собирает и грузит обратно этот самосвал. Один самосвал может вывести до 20 кубов снега. Полностью загруженный, он отправляется на одну из снегосвалок. Сейчас в городе работают две снегосвалки – в поселке Рязанцы и в деревне Маньково. Там снег стаивает естественным образом. За ночь каждая машина делает до 10 рейсов. А в целом одна бригада вывозит из города до 400 кубов снега. Двух снегосвалок, по словам работников, вполне хватает. Стараемся убирать, чтобы людям было хорошо. Пешеходы стараемся задержать в чистоте и дороги. По возможности стараемся все делать хорошо. Чтобы людям было хорошо. И пешеходам, и водителям. Рабочая смена у бригад длится до 6 утра, и так каждый день. Как показывает опыт, снег придется вывозить из города до марта включительно. Екатерина Фурсова, Михаил Кирсанов, программа «События».